Фоном будет вот эта прекрасная фея. Сегодня понедельник, порядка где-то 10 вечера, или 9, не помню, сколько примерно, но тем не менее мол вообще забит. И самое главное, я-то думаю, что у всех рабочие дни только начинаются. На самом деле нет, ни один я в понедельник буду отдыхать. Такие вот дела. Впереди скоро тоже будет прикольный праздник, например, как день рождения What About Podcast, две репетиции, концерт, юбилей, корпоратив. Две новогодние детские елки. И нужно просто больше отдыхать, чтобы много-много работать. Наверное, в этом секрет успеха. И много-много работая, мы получаем много-много денег, чтобы можно было тратить на всякую дребедень. Такие как новые телефоны, гаджеты, поездку в Таиланд, тайки, бесплатные шлепанцы, номер в отеле. Недавно была приобретена в Икее елочка. И вот честно, я хрен знает, зачем она мне. Она обошлась мне очень дешево и... Прикол в том, что я даже начал за ней ухаживать. В предыдущем ролике, по-моему, я даже записал, как я ее посадил, точнее, пересадил. Сдобрил удобрениями, и теперь она живет, проживает замечательно. И я предлагаю всем сейчас улыбнуться. Я не буду улыбаться, потому что у меня очень дурацкая улыбка, но сама в том, что... Где ваше рождественское настроение, дамы и господа? Где ваша рождественская улыбка? Давайте улыбаться вместе. Чудеса случаются под Новый год. Так что давайте в них верить. А я пойду почивать, тратиться. Пришла еще одна интересная мысль о том, что сейчас многие люди посещают торговый центр просто как поход в музей. Вы понимаете, да? Просто всего полно, все крутится, вертится очень красиво. Ну а польза-то какая? Мы просто приходим сюда и, по сути, что мы делаем? Мы только тратим, смотрим, покупаем, тратим, смотрим, покупаем. Потребительская, понимаешь? Просто потребительская. Я, конечно, с того поколения, которое ходит в музеи, но редко, честно, редко. И, по ходу дела, тоже попал под эту гребаную тенденцию ходить по ТЦ и просто смотреть на происходящее. А еще я забыл, где-то долбанный ресторан, это уже третий круг, на самом деле, наматываю. Хамлейс. Я нашел магазин игрушек. Ну и смотришь всего этого, понимаю то, что у всех разные ценности. Кто-то готов мотаться по музеям, по церквям, кто-то готов мотаться по клубам и торговым центрам. Я не вправе никого осуждать, в принципе, вы тоже. У всех разные ценности. В такой атмосфере проходит понедельник. Просто покушать и отдохнуть. Самое отличное после длинного трудового рабочего дня. Если повезет, мы доберемся до кинематографа и посмотрим какое-нибудь кино. Пока жду свой заказ, понял такую вещь, то что, ну как поговаривали старики, когда я ем, я глух и нем. Вам это не относится к стилю данного заведения, но кухня тут чертовски отличная. Просто не по себе, когда слушаю Бритни Спирс в танцевальной обработке и поедаю русский борщ. Теперь я себе прекрасно даю отчет, что такой недовольный клиент. Они заказали первое, второе, третье, а затем начали спрашивать, когда будет готово, почему так долго, почему сначала не первое, а то второе, заказали бы третье. Снимаю все это, я понимаю, что люди слишком много жрут. Здесь просто... Сейчас двигаемся смотреть кино под названием
как фильм называется, куда мы идем? Дары смерти. Будем смотреть Дары смерти. Саблока, забыл, как называется фильм. Дары смерти? Да. Дары смерти. Если кино говно, то нужно ходить вот с такой штукой. Кладется запрещенные средства, поджигается и... На заднем плане играет рок-музыка из кинофильма «Дары смерти». Фильм ничёшный такой. Классика сюжета. Маньяк, хэви-метал. Всякая непонятная резня. Но самый крутой — это хэви-метал. Только ради этого можно сходить. А так, в принципе, все. Очень давно базарили про эту Star Galaxy. Дорвался. Гоночки. Я пошел кататься. На виртуальных машинах. Правый газ, левая тормоз. Работаешь только правой ногой. Как ты знаешь? У меня водительский стаж полтора года. Гони, шеф.